Растиражированная в зарубежном сегменте социальных сетей информация о запланированном вооруженном нападении на некоторые школы в Баку вызвала беспокойство среди граждан. Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-центром Службы государственной безопасности Азербайджана. В ходе оперативно-технических мероприятий было установлено, что указанная страница социальной сети управляется извне. Этот канал создан лицами, которые не имеют никакого отношения к Азербайджану и не могут представлять какую-либо угрозу на территории страны. В этом направлении сейчас принимаются необходимые меры. Также установлено, что фотография, размещенная на странице в Телеграме, касающаяся полной средней школы номер 229 Низаминского района города Баку, была сделана 12 марта этого года несовершеннолетним учеником этой школы, размещена на канале, созданном с таким же названием и содержанием. Этот человек уже привлечен к следствию. Во время, когда в мире функционируют многочисленные социальные сети и есть возможность использовать их технические данные для распространения всевозможной дезинформации, мы призываем общественность не верить в фейки, распространяемые с целью вызвать панику среди населения, и сообщаем, что информация такого рода постоянно детально проверяется совместно с соответствующими органами, говорится в сообщении.